Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Мы находимся в центре военной зоны, потому что здесь происходит что-то страшное. Вот на этой площади в последней серии у нас было просто вообще жесточайшее мясо. Но в итоге все мертвы, мы живы, продолжаем двигаться дальше. Где-то поблизости находится ворона. Кстати говоря, вот это вот место, похоже, мы не по сюжету идем, поэтому вдвойне интересно сюда заглянуть. This won't take long at all. А куда же нам нужно? Куда? Окей. Стейн. Так, что за место? Прикольно. Так, это что? Да, дама, как выяснилось, непростая. Вот этот вот ее друг, как казалось, это ее двойник из другой реальности. Там он был мужчиной. Я остановила... атом в воздухе. Мое изобретение коллеги назвали квантовой левитацией, но это вздор. Левитация удел магов. Мой атом просто отказался падать. Если можно подвесить атом, то почему не сделать то же с яблоком или с целым городом? Как видите, привело это все вот к этому. Благими намерениями. Патроны. Но в принципе здесь я не могу сказать, что что-то прям хорошее было. Нагреватель, если только взять. Давайте возьмем. Он смешной. Он не очень сильный, но очень смешной. Это такой дробовик, который бьет там по 5-6 врагам. Всех калечит, никого не убивает. Зато во время боя творится просто веселый какой-то. Так, подожди, идем туда. Элизабет, идем. Как я это не видел? Это Дуит? Да, посмотри, это Дуит из другого мира. Хм. На самом деле, возможно и правда, что Элизабет создает миры по своим желаниям. Потому что как можно объяснить вот появление такой приманки? Хотя миров может быть численное множество. It's done. Банк пророка. Тут мы тоже были, по-моему. Ты, монетки. 950 уже. Не побрезгуем корзиной. Блин. Что, так цокает, я же испугался. О, что нашла? Сейчас посмотрим. Вспоминаю день открытия. 93-й год. Мечта пророка наконец-то вознеслась в небо. Колумбия начинает свой путь, она разнесет весть об американской мечте по всему миру. Конец. Блин, так быстро пролетает все, что не успеваешь прочитать до конца. Так. Пророк против врагов, внешних и внутренних. Китайские боксеры захватили мирных американцев в заложники. Конечно, мы видели, как это все на самом деле было. Пророк и Колумбия за Америку. Пророк наш. И что Колумбия получила его ответ? Вашингтон Комстоку уходить в отставку. Мы за пророка. Конец. We need to get to Comstock House, Booker. Let's head back outside. Понятно. Колумбия выступила против Китая. Из-за этого от нее отреклась Америка. В результате город отделился. Мы выходим из так называемого союза. Трусливая Америка просит свой лучший город вернуться. Нет, спасибо, отвечает пророк. Нам и так хорошо. Колумбия выходит из состава Соединенных Штатов и исчезает за облаками. Конец. Нормально.
так оно все и произошло. Вообще просто тогда спрятался в облаке. Никто тебя не найдет. Что тут было? Так, это все хорошо, но куда мы идем? Не понял. Все-таки сюда? Нет. Нам, похоже, вниз туда. Хотя я там был, мне ничего не указывало. Ну-кася. А, вот сюда, значит. Нормально. Ну, на самом деле, все равно интересно, что мы туда сходили, потому что эти события пролили свет на то, что произошло вообще с городом. That's death, Mr. DeWitt. Or something so like it, I cannot tell the difference. Основатели будут кровоточить, истекут кровью. Понятно. Это сейчас мы находимся где-то вот тут вот. Круто. Нет, мы находимся вот тут сейчас. Судя по всему. Судя по лампочке. Вновь получено для жителей Колумбии. То есть отобрано. Что это? Ох, как меня. Что-то совсем пакостное какое-то. Отражатель. Press to generate a magnetic shield. Во, вот это мне нравится. Hold to absorb damage and release to throw it back. Это, похоже, мой любимый плазмид. Так, левый триггер, чтобы выставить магнитный щит. Держать, чтобы нести щит перед собой. Ага. Вон, ну что. Прикольно. Мечка. Подожди-ка. Для моей ручной пушки ничего нет. Вот оно. Отдача. Скоро эта пушка будет просто лучшей. Но пока больше ничего. Хорошо. Здесь нам пока ничего не нужно. И тут тоже. Кто-то уже заметил. А нет, они там между собой воюют. Да, на таких расстояниях это пушка, конечно. Где снайпер? Ой. Go ahead. Бегом. Давай приманку. Do it. Now. Done. Хорошо. Do it. Давай, укрытие. Go ahead. Сволочь.
отключимся. Где-то там есть вообще. А вот и. Еще. Кто там мою кровь хочет выпить? Снайперский уровень в Биошоке. Окей. Кто бы мог подумать. А, точно. Ох, хорошо ему вошло. Вниз я спускаться не хочу. Но придется, похоже. А вот и. А. Стреляй мне. Понял, как работает. Хорошо, будем взять. Да, понятно. Не очень, значит, понравилось. Я думал, ее будет держать, он будет пули захватывать. Потом можно какой-то отбросить. Чуть ли не как Нео. На деле все вышло иначе. Не на такие расстояния, короче. Так, нам нужно вон туда, похоже, вниз. Прыжок вот с такой высоты как переносит? Не всегда понятно. Да ладно. Что это? Соли, отмычки. Уже хорошо. Там больше ничего нет, да? Где-то здесь, я думаю, есть тот самый магазинчик, про который мы прочитали в прошлой серии. Туда утащил какой-то маньяк местную девчушку. Там есть тайная комната. Что-то она называлась «Алчный что-то». Капец. Во что превратилась Колумбия? Ни капли не жаль, но жаль город, не людей. Потому что это были те еще сволочи. Бля, что ты шумишь? Интересно, а в этой игре NVIDIA Physics применяется как-нибудь, да? Потому что очень красиво выглядит. Yes, more of your finest wine, James. Consider this overdue. Oh, wait, back taxes. Ну чё, мужик, в рубашке родился? Тебе повезло сегодня. А подруги твои не очень. Я бы на твоем месте сейчас заперся и сидел бы тихо, как мышь. Хотя что-то мне подсказывает, что скоро эти пирата упадут, поэтому спасения нет нигде. Давай. Да чего же она похожа? Это точно твоя мать? Что-то насчет сюжета у меня совсем какие-то нехорошие подозрения уже есть, честно говоря. По поводу того, что чем окажется. Я пока озвучивать не буду. Что-то я заговорился, и, по-моему, я там ничего хорошего не нашел. Скорее всего, что-то было, а я
просто пропустил. Элизабет. Потому что базарил всякое разное. Че-че-че. Уй, твою мать. Напугал ты как. Твой магазин был. Прости, чувак. Фух. Блин, я думаю, что такое идет. Было страшновато. Хорошо. Зачем мы сюда пришли? Да. Очень полезно. А вот что-то новое. Если враг убит поцелуем дьявола, Шок Жакеем или Диким мог так переходит на соседних врагов. Ну, а у меня сейчас надета кепка лидера. Давайте возьмем что. Я им только в основном пользуюсь. Хотя, конечно, трех отмычек это не стоило явно. Что это? А, это замок. Я думаю, что такое. Это та самая улица, по которой мы проходили в самом начале игры. Помните? Я здесь еще глазил, говорю, лошадь, по-моему, ты работаешь неправильно. Да, вот тут вот был какой-то парад, что ли. Слышите? Снайперы работают. Просто по людям. Так, тут точно ничего нет? Вроде нет. Постреляли кучу народу. Беда, беда. Хорошо, пойдем дальше. Интересно, а есть? Тихо. Вот тебя только не хватало. Есть такой же город, но в котором люди счастливы, вообще все. Потому что если бы не строй государственный, или бы все было просто великолепно. Вот нас увидел? Сейчас его разнесут, кстати. Ай, молодцы. Поюйте-то. То кого еще посмотрим. Блин, перекладину попал. Еще есть пассажиры? Блин, ох уж эти. Тут я сам прокосил, ладно. Перекладина, попадаю постоянно. Тоненькая перекладина, хоть слева, хоть справа стреляй. Нет, я буду именно в нее попадать. Что ж такое? О, что у нас было? Нашел что-нибудь? Так, ладно, обыскиваем город. Я чувствую, еще много всего интересного будет сейчас. Но не тут.
Да, я тут просто ходил с открытым ртом такой. Поначалу это все, конечно, приводило в шок. А, ну и сейчас, но... Сейчас не так красиво. Сейчас уже война идет. You know, I keep thinking about that dream that you had. New York on fire. There's something about it. Горящий Нью-Йорк. Не событие, интересно. 11 сентября. Могут ли они заглядывать так далеко в будущее? Хотя, я думаю, могут, потому что музыку из 70-х времен Вьетнамской войны слышали же через один из разрывов. Поэтому все может быть не исключено. Так, хорошо, сделали кружок. От этих нам, в принципе, немного надо. У тебя не то. У тебя, я думаю, ничего нового нет для нашего пистолетика. Пока. Да, к сожалению, нет. Ну и черт с тобой. Так. Ах, опять денег не хватает. 40 золотых. А, вот, давай. Молодцы. Отлично. Денег вообще нет теперь. Больше тут точно ничего нет. Вон там может что-то быть, кстати. Здесь пусто. Go ahead. I'll be fine. Да, оп, ничего. Зато он там есть. Оказалось, что тут тоже ничего. Хотя нет, вот соли есть. Городобой. Что такое городобой? Понятно, прикольная штука. Так, ладно, прыгаем. Да меня только сейчас доперло. Когда мы спрыгиваем с какой-нибудь из этих штук, почему-то мы не разбиваемся. Когда мы прыгаем просто с высоты, бьет еще как следует. Блин, а свой пистолет выкинул. Какую-то винтовку, ну ладно. Фух, так. Площадь Победы. Блин, все слишком печально. Мне так жалко этот город. Просто пипец. Так, вот туда. Значит, сюда пойдем. Тут мы тоже были. Только с другой стороны. Да, как тут было красиво-то. А, ну там была ярмарка. Так, у меня нет оружия ближнего боя. Может быть опасно. Представьте просто, вот вы живете, а за стеной у вас пустота. Там провал на несколько километров вниз. Нормально так. А, да, забыл сказать. Под ногами тоже. Вот это вот. О, блин. Просто пипец.
Доски прохудились и пошел вниз там, километров на 15. И на какой высоте мы находимся. Ладно, давайте лучше возьмем пулемет и не будем парить мозг. Потому что с оружием дальнего боя только мы много не навоюем. Что у нас тут может быть? Я не думаю, что что-то хорошее. Давай, у нас осталось 5 отмычек. Совсем я обеднел. Тут достижения открыли. И кучу денег. Так, хорошо, на ярмарке что-нибудь осталось. О, вообще капец. Зачем я сюда иду? Кратнула паренька. Блин, это же какая огромная развилка. То есть нам нужно было вообще в другое место идти, а мы все идем, идем, и здесь ничего не кончается. Постоянно что-то интересное вылазит. Да. Ничего. Мне не нужно. Торговый квартал. Может, тут мы найдем этот магазинчик. 3 отмычки. Еще хватит на одно. Ничего не нужно. И кругом, блин, эти красные ткани. Это как символ восстания, но выглядит слишком глупо. Кто их навешал? Все воевали. Странно. Спокойно стоять. Ой, кто идет? Ненавижу. Ах, как растряс меня. Скотина. Нужно кто-то. Да я знаю, что сзади, но сзади еще нужно суметь подойти. Вот так надо. Да спокойно, но. Давай. Great. Так, маленько подождем. Совсем укосил там, что ли? Блин, а ему не нужно время, чтобы раскручивать. Солей бы, Элизабет. Ну, давай, где-то там. Прятался куда-то. Ну, ладно. О, молодца. Так, тут ничего. И он идет сюда, кстати говоря. Да, не подвезло. Ох, надоел-то какая. Так, хорошо.
Давайте мы против тебя бараний рог сделаем. Да. В какой еще игре можно лбом прошибить противника? И самое главное, это место, оно по сюжету вообще не нужно. Мы сюда просто приперлись, потому что мне интересно, что здесь есть. И что еще более интересно, то, что эти места совершенно не кончаются. Мы вот идем, идем, там еще какая-то вилка. Так, а что у тебя? Тебя же можно пулемет скрутить, по-моему, нет? Нет, нельзя. Так, ребятки. Что-то в последнее время становится очень много. И меня начинает напрягать уже прям. Лаборатория какая-то. Может, сюда потом прийти нужно будет. Картошка, морковка. О, две штуки сразу. Такого я еще не находил вроде. Ничего. Может, это вот этот магазин? Какая-нибудь тайная кнопка тут, я не знаю. Хотя не похоже. Да, не вижу. Все, уходим тогда. Блин, а я вон туда хочу. Ну, туда мы, похоже, придем по сюжету. Нам скажут, типа, иди, найди то-то. И мы сюда пойдем. Так что, буду, в принципе... Это место не такое уж необязательное, видимо. Вот я прям удивился уже. Ах, опять три отмычки. Давай. Can you open this, Elizabeth? On it. Done. Сахарная вата, хот-дог. Это мы неплохо кишканули. Так, давайте все съедим. Здоровье надо восполнять, маленько. Коробка конфет, в которой лежит апельсиновый хот-дог. Логично же. Коробка конфет. Каждый раз, когда за окном стреляет снайпер, я прям пригибаюсь. Бедные, бедные люди. Так, это что такое? Точность на аэротрассах повышается. Да мне, в принципе, это не нужно. Я им пользуюсь только, чтобы кому-нибудь на голову упасть. Да, возьмем. Да, можно было бы что-нибудь... По большей части, вот эти штуки, которые мы находим, они не особо полезны. Я ничего не упустил. Хорошо, у нас уже кончаются отмычки. А мы все идем, куда-то идем. Переклинило. Видимо, в другой реальности она умерла уже. Блин, насколько навороченный сюжет, да? Вот это вот совершенно не вызывает удивления. О, это труп. О, пакость какая. Давайте в карманах проверим. Давай. А то где?
еще? Тоже знакомое место. Подожди. Это получается... Нет, мы тут не были. Финансовый район. Давайте, знаете, мы на этом закончим, наверное. В следующей серии будем дальше исследовать этот город, потому что он, судя по всему, огромный. А потом уже пойдем в дом Комстока. Мне прям доставляет удовольствие ходить по этому городу и смотреть, как все эти сволочи умерли. И те, и эти, потому что, в принципе, наказание заслуживает все слои общества в этом городе. Они все глубоко порочны. Но при этом немножко жалко. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.